Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. «На пути к Голгофе». «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.